Девчонки, давайте посмотрим интересный вопрос на рунах. Почему нет радости в жизни? Да? Сейчас возьму в эту руку. У меня сломалась подставка. Почему нет радости? Руна Ингус. Ух ты, руна Дорисас. И руна Эвас. Девчонки, у вас что-то было закончено с каким-то мужчиной. Явно тут какие-то кармические серьезные отработки. Из-за каких-то отношений, причем это уже очень длительное. Скорее всего, что у вас эти мужчины даже есть дети. И тут вам нужны какие-то новые знания, новая информация. Для того, чтобы осознать, что произошло. Потому что сейчас у вас вот все в какой-то заморозке, все стоит. Да, вы вот в каком-то подвешенном состоянии находитесь уже очень долгое время. Тут какая-то женщина постаралась, да, это была тема отношений, ваша самая проблемная зона. Я же говорю, это давний негатив, он уже годами у вас ходит, но вы должны пройти очень большую трансформацию для того, чтобы из этого выйти. Пока у вас очень большой кризис. Кризис и руна Хагалас, и разрушения в жизни из этого идут. Скорее всего, что отношения, девчонки, были тайные. Но вам нужно все-таки выбрать свой правильный путь. Сможете ли вы его выбрать? Сможете однозначно. Высшие силы вам в этом помогут. Дадут направление. И вы знаете, тут надо как-то с войнушкой заканчивать. Потому что, знаете, такое впечатление, что вам постоянно хочется одержать какую-то победу, и вы абсолютно не контролируете свои мысли и эмоции. То есть, девчонки, принимать правильное решение. Принимать правильное решение. Дальше нам не показывают. То есть, не воевать ни с кем, осознать свои ошибки и двигаться дальше. И высшие силы вам в этом обязательно помогут.